Всем привет, дорогие друзья, с вами Майкл ТТ. И сегодня, в общем, мы с вами опять-таки поиграем во FNAF VR в Лего. Короче, игра называется Лего FNAF VR Help Wanted. И еще одно обновление от разработчика, он же мой друг. Теперь мы можем с вами передвигаться. То есть, ну, нормально передвигаться так. Причем практически по всей локации, то есть вот так вот по кругу, объезжая нашего Фреддика. Также, ребят, он доделал модельку. Вот, что, собственно, хорошо. Ну, давайте начнем. Попробуем что-нибудь сделать. Так, ну давайте послушаем Hand Unit. Я не знаю, зачтут ли это как вторую ночь или как первую. В общем, давайте посмотрим. Привет, привет! Добро пожаловать на твою очередную смену в комнате запчастей и сервис. На прошлом выступлении в очередной раз Фредди получил некоторый урон. И мы сегодня с тобой будем его восстанавливать. Итак, давай начнем. Да, ребят, вступление Hand Unit говорит нам о том, что мы с вами уже как бы... То есть, смотрите, мы с вами такой прям профессионал. Так, давайте, кстати, сейчас я подойду к нему. Блин, смотрите, какой он огромный. Капец просто. Это Фреддище. Так, ну давайте послушаем Hand Unit. Итак, для начала извлеки ногу Фредди из отсека для утилизации ненужных предметов. Так. И что мне с ней, собственно, делать? И положи ее рядом с Фредди, так как пока ты не можешь взаимодействовать с эндоскелетом Фредди. Если же ты ее поставишь, тебя ожидает скример. Ладно, давайте я пока положу вот это вот тут рядом. Она лежит. Так, продолжаем. Далее извлеки руку Фредди из-под стола и положи ее рядом с Фредди. Вот она. Опа. Так. Хоп. Хорошая работа. Теперь аккуратно подними оба уха, чтобы получить доступ к маске. Но перед этим сними старую шляпу и положи в отсек для утилизации ненужных предметов. Опа. Зашибись. Поднимаем ухи. Хорошая работа. Теперь аккуратно обойди Фредди и нажми на оранжевую кнопку, расположенную у него на маске. Так, ребят, поехали посмотрим. Так, опа, на, вот она. Вот она, я ее нашел, вон, видите? Вот она, вот. Нажимаем. Молодец. Теперь аккуратно сними нос Фредди и положи в отсек для утилизации ненужных предметов. Так, Фреддик, опа, о, хорошо. Ты куда улетел? Так не говорите, что я неправильно обращаюсь с Фредди. Теперь аккуратно подними. Теперь аккуратно нажми желтую кнопку, которая находится под носом у Фредди. Так, ну это мы уже все видели. Молодец. Теперь ты можешь открыть его брюшную панель. Делай это как можно аккуратнее, чтобы не повредить его внутренние части корпуса. А вот этого, ребят, мы уже не видели. Капец. Тихо. О, почти. Во. Блин. Хорошая работа. Теперь положи ее в нужное место. Оно находится около контейнера для утилизации сломанных и ненужных вещей. Короче, давайте положим вот сюда куда-нибудь. Ну вы это видите. Вы это видите, ребят?
Смотрите, там у него эндоскелет. Всякие трубы какие-то. Хорошая работа. Теперь аккуратно нажмите на красную кнопку внутри брюшной полости Фредди. Однако постарайтесь как можно аккуратнее, чтобы не задеть его эндоскелет. Хопа, есть. Хорошая работа. Теперь вы можете снять бабочку Фредди, чтобы нажать последнюю кнопку для снятия лицевой пластины. Аккуратно потяните бабочку на себя и получите доступ к кнопке. Хопа. Бабочка. Положите бабочку рядом с брюшной панелью. Так, ребят, открыли, нормально. Теперь аккуратно нажмите красную кнопку, которая находилась под бабочкой. Хорошая работа. Теперь вы можете аккуратно приподнять лицевую пластину Фредди. Теперь аккуратно нажмите, аккуратно покрутите серый вентиль внутри маски Фредди, чтобы получить доступ к его внутренностям, а также для взаимодействия с эндоскелетом. Так, давайте, сейчас я, подойду к нему. Ой, блин. Смотрите, какой он огромный, капец просто. Ой, блин. Хорошая работа. Теперь вы можете взаимодействовать с эндоскелетом Фредди. Для начала давайте вынем его глаз, чтобы получить доступ к сломанному вентиляционному обслуживанию. Так. Блин, я глаз уронил. И Фредди тоже как-то... Видите, он теперь криво сидит. Хорошая работа. Теперь положите этот глаз на одно из пустых мест на столе. Сюда, типа. Ну, положил. Хорошая работа. О, нет. Кажется, у Фредди сломалась система вентиляции эндоскелета. Давайте ее заменим. Вы сможете найти замену в углу стола. Вот это, что ли? А, тут решетка сгорела, видимо, какая-то. Опа. Ох, где? Положите решетку в контейнер для утилизации ненужных и сломанных вещей. Да. Все, а то вылетает иногда. Поставьте новую решетку на место старой. Хопа. Ай, она падает. Только не говорите, что я неправильно обращаюсь с Фредди. Мне не нужен скример. О, хорошо. Хорошая работа. Теперь вы можете возвращать глаза Фредди на место. Только будьте осторожны. Выбирайте правильные глаза. Иначе вы можете вывести из строя глазную систему Фредди. Так, ну я уже помню, что там было. Один глаз у нас лежит вот тут. Вот. Первый глаз. И вот второй глаз. Насколько я... Кстати, смотрите, он поменял модельку. Поменял модельки глаз, теперь есть более темное в центре. И вот второй глаз, он тоже такой же гладенький. Хорошая работа, вы нашли правильные глаза. Теперь аккуратно поместите их на свои места. Так, вставляем этот глазик в глазницу. Блин, фух, тихо. Фу-ху-ху. Если бы он упал на корпус Фредди, мне был бы конец. Они бы мне опять сказали, что я неправильно обращаюсь с Фредди. Уда! Хорошая работа. Теперь вам следует вернуть ногу и руку Фредди на места. Так, давайте начнем с ноги. Раз он сказал ногу и руку, а то мало ли еще что. Опа, готово. Хорошая работа. Однако перед тем, как поставить руку, убедитесь, что в кулаке Фредди зажат микрофон. Если его там нету, возьмите запасной со стола. Вот он, видите? Микрофончик. Так, берем руку.
Вот. Хорошая работа. Теперь аккуратно прикрепите руку Фредди к его первой части руки. Опа, хорошо как. Так, давайте их одинаково поставим. Хорошая работа. Теперь возьмите запасные из небольшого ящичка, который находится на столе. Вот у нас стол. Давайте берем зубики. Раз. Так. Пока аккуратно. Зуб застрял. Во. Хорошая работа. Теперь вам следует нажать все кнопки в обратном порядке. Для начала нажмите кнопку под бабочкой красного цвета. И после нажатия поставьте бабочку на место. Хопа. Нажали. Берем бабочку. Готово. Хорошая работа. Теперь можете не бояться дотронуться до эндоскелета Фредди, нажимая красную кнопку в его брюшной полости. Однако, когда вы будете вынимать палец, эндоскелет Фредди уже будет активирован. Хорошая работа. Вы молодец. Теперь аккуратно поставьте брюшную панель на место. Ну, хорошая работа. Теперь аккуратно нажмите желтую кнопку внутри лицевой пластины Фредди. После чего нажмите оранжевую. Вот, желтая и оранжевая. Хорошая работа. Теперь вы можете нажать последние две кнопки. Они находятся внутри лица Фредди. Они черного цвета и слегка выпирают. Блин, у него такой эндоскелет реалистичный, капец. Так, зажимаем. Теперь вы можете спокойно опускать маску Фредди и не бояться получить скримеры. Хорошая работа. Теперь аккуратно возьмите нос Фредди из контейнера утилизации ненужных и сломанных вещей и поставьте его на место. Нос? Где нос? Блин. Да. Все. Все. Хорошая работа. Вот у нас, ребят, шляпка. Новенькая. Хопа. Берем. Ой, блин. Устанавливаем. Все. Все хорошо. Хорошая работа. Теперь, пожалуйста, приподнимите правую руку так, чтобы микрофон Фредди находился около его рта. Так, ну это, ребят, легко. Опа, сейчас поднимем, сделаем все. Все, как ты скажешь, HandUnit. Вот так. По-моему, норм. Хорошая работа. Вы молодец. За сегодняшнюю смену ваша работа закончена. Спокойной ночи. Также, друзья, очень важная информация. Завтра в 12:00 по московскому времени, ну, естественно, днем, у меня будет стрим, на котором я буду играть в игру «Бездна духи Эдема». Значит, приходите, будем веселиться, будем какие-то пасхалки искать, может быть. Короче, интересно будет, приходите, не пожалеете вообще. Так что завтра жду вас на стриме.